Ожидается, что завтра в Москву съедутся криминальные авторитеты со всей страны и даже из-за рубежа. Они прибудут на похороны своего коллеги, вора в законе Вячеслава Иванькова, более известного в их среде под прозвищем «Япончик». Столичная милиция даже подготовила специальный план для обеспечения порядка на Ваганьковском кладбище, где состоится прощание. Для движения перекроют все близлежащие улицы. Дата и время похорон Япончика, который умер в минувшую пятницу, не назывались до последнего. Это связано с работой исследователей, которые устанавливали причину смерти криминального авторитета. И вот сегодня все завершилось. Причиной смерти Вячеслава Иванькова явилось сквозное огнестрельное ранение в брюшную полость и развившийся в результате этого перитонит. На основании этого сегодня родственникам Иванькова был выдан соответствующий документ, позволяющий захоронение. Напомню, в июле Вячеслава Иванькова расстрелял снайпер. С тех пор Япончик перенес несколько сложных операций. И в пятницу вор в законе скончался в больнице от заражения крови. Уже этим вечером тело Иванькова доставят в церковь Ваганьковского кладбища, где состоится отпевание. Похоронят авторитета рядом с могилой его матери.